В Госдуму внесен законопроект, предлагающий запретить оборот и хранение долларов США на территории Российской Федерации. Автор этой смелой инициативы – депутат от ЛДПР, недавний кандидат в мэра Москвы Михаил Дегтярев. Он предлагает, чтобы в течение одного года со дня вступления в силу закона резиденты имели право через уполномоченные банки осуществить продажу остатков долларов США на своих вкладах, счетах. Текст законопроекта размещен сегодня в базе данных Государственной Думы. Отмечается, что проект закона направлен на поэтапное решение проблемы высокой распространенности в России американских долларов, эмиссия которых обеспечена только рискованными ценными бумагами казначейства США, и стимулирование граждан организации к использованию в расчетах иной иностранной валюты, коли есть необходимость использовать иностранную.